Идея наладить туристические потоки между Сочи и китайским городом Чэнду возникла еще несколько месяцев назад. С этой целью в октябре делегация из администрации Сочи посетила Китай и провела презентацию города для местных туроператоров. Тогда же был подписан и меморандум о сотрудничестве между Сочи и Чэнду. Интересно показать китайским туристам и советское время, советскую историю. Я знаю, что очень популярны направления именно красного туризма. Интересен музей Островского, дача Сталина, наша история. И я знаю, что очень многие китайцы именно воспитывались на произведениях Островского, как закалялась сталь. Я думаю, что им это будет очень интересно. Теперь настал черед ответного визита. Делегация администрации Чэнду приехала в Сочи на туристический форум. И за эти дни они уже успели посмотреть город и оценить, насколько он будет интересен китайцам. Туроператоры Чэнду выразили заинтересованность в отправках туристов в Сочи с лета будущего года на круглогодичной основе. Жители Чэнду очень любят снег. В нашем городе он бывает очень редко. Мы также очень любим море. Каждый отпуск стараемся приезжать к морю. Из-за этого часто бываем в Юго-Восточной Азии, на побережье. В Сочи все это сочетается, и море, и снег. Здесь есть все, что нравится жителям Чэнду. Планируется, что уже в июне 2016 года прямой рейс свяжет Сочи и китайские города Чэнду и Урумчи. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.